Когда я увидела его, поняла: любовь с первого взгляда. Честно говоря, я и со второго не влюбился. Но пригласив на свидание, понял, что она та самая. Прошло уже 40 лет с момента нашей встречи, и каждый раз он дарит мне мои любимые ромашки. С ней я понял, что способны горы свернуть. Вместе нам ничего не страшно. Секрет таких отношений прост. Лучше, если в семье руководит кто-то одна. И лучше, если это кто-то – любовь.